Ну что, всем добренького утречка. Дайте мне знать, если есть звук и картинка. Все вижу, спасибо. Через минутку начинаем. Вот. Немножечко настроимся, давайте сядем, придем в себя. Каждое занятие у нас имеет одну общую черту. Мы развиваем внимательность. Внимательность к себе, внимательность к процессам, которые происходят внутри. Внимательность к процессам, которые происходят снаружи. Способность замечать что-то. Вот, и мы сейчас начнем такое достаточно бодренькое, наверное, занятие, пробуждающее, и будем замечать, да? И сначала давайте заметим позу свою, ягодички можно вытащить назад, обнаружим себя в пространстве, да? Вот, можно прикрыть глаза, почувствовать вес тела, легкий вверх, позвоночник, дыхание. Потом давайте обнаружим, что есть вот ощущение кожи, контакт вот, с поверхностью, с одеждой, контакт с воздухом, который нас окружает. Можно обнаружить сердцебиение. Потом давайте послушаем. Уже переходим на внешние сигналы. Звуки давайте послушаем. И мягко открывайте глаза. Посмотрите на то, что вас окружает, вокруг. Чем ограничено ваше пространство? Мы всегда находимся в пространстве, да, каком-то. Иногда оно ограничивается линией горизонта, и можно вот где-то в горах, на берегу, еще где-то в поле. Так. Расширяться, да, мы раздвигаем свои границы восприятия. Иногда это маленькая комната, лифт, да. Посмотрите, где находятся стены, двери, окна, потолок, пол, как это все выглядит, как это ощущается. Представьте, теперь поместите себя. Ну, например, на вершину какого-нибудь горы или холма, где просматривается горизонт, и представьте вот эти ощущения, разница в ощущениях, ощущение объема. И теперь мысленно раздвигаем стены, раздвигаем потолки, пол. И расширяемся, вот куда, вот как можно больше расширяемся. Попробуйте себя как бы увеличить вот в ощущениях вот на размер комнаты еще больше. Дом, улица, город. И дальше, вот куда возможно. Хорошо. У нас есть еще обоняние. Давайте мягко вдохнем. Выдохнем. И давайте еще раз глубоко вдохнем. Расширяясь еще больше. Выдох, стекая
вниз, в точке опоры в землю. Еще раз вдох. Представьте, что на вдохе такие лучи со всех сторон, белые, светлые, солнечные лучи попадают в наше тело, и выдох. В этом свете растворяется негатив какой-то, растворяется напряжение. И так несколько дыханий. Вот. Замечаем на лице, на теле, в теле улыбку, такую внутреннюю, такое улыбание миру, улыбание, улыбка себе направленная, миру, пространству. И давайте поблагодарим за что-нибудь себя, за что-нибудь конкретное. Вот. Утром можно поблагодарить себя за то, что вот есть вот этот первый вдох, ощущение, жизнь, здоровье, вкус чая там и прочее, что было, вспомните, что было приятно утром, за что можно поблагодарить, чтобы эта ценность поднимается, да, мы ценим то, что есть. Хорошо, благодарите свое пространство, поблагодарите свое окружение. И такую маленькую метту сделаем, развитие дружественности к себе, улыбнитесь себе, пожелайте такой, ну, такой экспресс-вариант, пожелайте себе счастья, радости, легкости, здоровья, любви. Можно признаться себе в любви, я люблю тебя, себя. Потом пожелайте своим родителям счастья, радости, представьте, любви, легкости, здоровья. Ну и что-то еще пожелайте свое, признайтесь в любви, я люблю вас. Учителям можно пожелать. Всегда есть учителя, всегда есть у кого, ну, чему и у кого учиться. Пожелайте счастья, радости, любви, доброты, терпения, здоровья. Пожелайте своему вот такому ближнему окружению. Вот так мысленно пошлите эти слова. Родным и близким остальным. Друзьям, потом малознакомым людям, незнакомым, нейтральным людям, малознакомым, незнакомым, неприятным людям, которые доставляют неприятности. Им можно отдельно улыбнуться, там, проявить к ним щедрость, улыбки, чувств, пожелать счастья, радости, любви, благополучия, здоровья и всем живым существам. То есть мы расширяемся, расширяемся, расширяемся от себя до всех, всех чувствующих. Это такая буддийская традиция. Хорошо. Ладошки потираем. Переходим к более такой физкультурной программе нашей. Запястье потираем. Одно, другое. Угу. Хорошо. Чувствуем изменения. Теперь на височки кладем пальчики и височки растираем. Виски за ушами. Можно вот так костяшечками растереть.
костяшками, вот лобные мышцы, доли, лобные доли. И выходим на, переходим на жевательные. Можно челюсть отодвинуть вниз, вытянуть ее. И вот так, можно большими пальцами или подушечками пальцев. Как удобно. Находим мышцы вот эти, можно по ним постучать. Подвигайте челюстью вправо-влево. Ага. Хорошо. Можно вперед-назад, поперек волокон. Там может быть болезненное ощущение. Хорошо. Лоб, затылок. Поменяли руки, лоб, затылок. Лобные. Вот эти справа-слева вот эти половинки. Хорошо. Шею. Шею погладили. Плечи, руки. Давайте живот. Живот. Почки. Ноги. Садимся. Давайте одну ножку вытянем, вторую сгибаем и по стопе так ладошкой погладили. Потом арочку стопы костяшечками и пальчик отодвигаем немножечко вверх. И вот эту косточку разминаем вместе. Вот от пятки подъем стопы до косточки и большого пальца. Хорошо. Постучали, поменяли. Гладим. Теперь арочку стопы растираем. Большой палец оттягиваем вверх. Растираем всю подошву. Стучим. Хорошо. Встряхиваем ножки. Встряхиваем так, чтобы бедра тряслись, икры. Встряхиваем. Сгибаем, разгибаем. Одну, вторую. Согнули, разогнули. Зеркало. Не вписывается никак. Хорошо. Теперь бабочку. Раз, два. Раз, два. Левая, правая, левая, правая. Правая, левая, правая, левая. Легли на спинку. Ножки вверх, руки вверх. Встряхиваемся. Встряхиваем. И еще сильнее встряхиваем. Остановились, чувствуем. Чувствуем ножки, ручки, как двигается кровь. Сгибаем колени, поджимаем. Прижимаем бедра к себе, захватываем, еще больше прижимаем. Хорошо. Теперь покрутим головой вправо-влево. Вдох-выдох. Вдох, посмотрели вправо. Вверх-выдох. Влево-вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Голова к коленям. Вдох. Посмотрели назад, выдох. Голова к коленям, вдох. Посмотрели назад, выдох. Голова к коленям, вдох. Руки в стороны, выдох. Колени в стороны, влево, вдох. Вытянулись, выдох. Вправо колени, вдох. Выдох. Влево колени, вдох. Выдох.
Правда. Выдох. Ножки вверх. Натянули носочки на себя. Вдох. От себя выдох. На себя вдох. От себя выдох. На себя вдох. Руки вытянули в стороны. Выдох. И еще на себя вдох. И на выдохе с левой стороны опустили выдох. Вверх вдох. С правой стороны смотрим влево выдох. Вверх вдох. Выдох. Вверх вдох. Выдох. Вверх вдох. Выдох. Вверх вдох. Выдох. Хорошо. Руки за головой. Ножки опустили вниз. Выдох. Подняли вверх, вдох. Опустили вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Опустили вниз. Выдох. Хорошо. Вверх, вдох. За голову. Вниз, выдох. Пятки в пол. Вдох. Давайте не так. Вдох. За головой выдох. Вдох. Пятки в пол. Выдох. За голову. Пятки в пол. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Стопы возле таза. Таз вверх. Вдох. Руки за спинку. Выдох. Замок под тазом. Вдох. Замок разъединили. Ножки захватили. Выдох. Таз вверх. Вдох. Выдох. И еще таз выше. Вдох. Выдох. Вдох. Расплели руки. Выдох, легли. Ладошки под таз. Ножки вытянули. Приподнялись на локтях. Прогнулись. Макушка в пол. Смотрим назад. Вдох. Выдох. Можно руки убрать, руки за голову, вдох. Замочек, локтевой захват, выдох. И попробовать ножки приподнять, вдох. Выдох. Вдох. Опустили руки, ноги приподнялись. Сели. Ягодицы назад. Руки через стороны вверх, носочки на себя, вдох. Пальчики, ладошки на пальцы ног, выдох. Посмотрели вверх, живот, живот толкнули, солнечное сплетение толкнули к коленям, ноги можно присогнуть, вдох, прогнулись. Опустились вниз, выдох. И еще прогнулись, вдох. Опустились вниз, выдох. И еще прогнулись, вдох. И остались в Пасчимоттанасане, выдох. Там, где получается, сейчас тело еще не очень проснулось, не очень тянется, все это нормально. Чувствуем, где вот ограничено движение. И наблюдаем. Наблюдаем, позволяем телу растянуться. Хорошо. Ладошки под плечи. Ой, под таз. И встаем в позу стола. Вдох. Таз между ладошек. Выдох. Таз вверх. Вдох. Между ладошек. Выдох. Вверх. Вдох.
Уведа. Вел вдох. Таз пятком. Поставили. Колени вместе. И расслабляем плечи. Скругляем спину. Хорошо. Дышим вдох. Выдох. Колени к голове вдох. Выдох. Ножки вверх, вдох. Выдох. Сгибаем ноги. Садимся. Перекрещиваем ножки. И выходим в планку. Планки вдох. Натянули пятки. Пятки назад, выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох на правую руку. Левая рука вверх, вдох. Выдох. Притаз вверх, рука за голову, вдох. Выдох. И еще таз выше, вдох. Выдох. Можно попробовать ногу приподнять. Вдох. Левую. Выдох. Хорошо. Сгибаем ножку. Ставим сзади. Сзади. И уходим в прогиб. Вдох. Выдох. Садимся. Правая нога прямая. Вдох. Выдох. Поднимаемся вверх, вдох. Ножку представляем обратно. Выдох, опускаемся на правый таз. И вытягиваем бок, вдох. Выдох. Хорошо. Планка, вдох. Выдох. На левой руке. Правая рука вверх, вдох. Выдох. Правый бок потянули. Ручку за головой, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Правая нога вверх. Вдох. Выдох. Сгибаем ножку, ставим сзади. Таз вверх. Посмотрели назад. Вдох. Выдох. Опустили таз вниз. Вдох. Выдох. Поднялись вверх. Вдох. Приставили ножку обратно. Выдох. Опустились вниз. Таз внизу. Левый бок натянули. Вдох. Выдох. Перешли в планку. Вдох. Выдох. Чатуранга Дандасана. Вдох. Выдох. Собака головой вверх. Вдох. Выдох. Чатуранга. Вдох. Выдох. Собака головой вниз. Вдох. Выдох. Дышим животом. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Посмотрели вперед. Выдох. Посмотрели назад. Втянули живот. Вперед посмотрели. Вдох. Назад. Выдох. Втянули живот. Левая нога вверх. Вдох. Выдох. Шаг вперед. Вдох. Приподнялись. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Колено в пол. Потянулись вверх. Вдох. Прогнулись. Выдох. Собака головой вниз. Тянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот.
Правая нога левда. Голова летит. Выдох. Шагнули вперед. Выдох. Вытянули заднюю ножку. Выдох. Встали. Руки через стороны вверх. Таз ниже. Вдох. Выдох. Опустились вниз. Колено внизу. Таз ниже. Вдох. Выдох. Хорошо. Отшагнули назад. Собака головой вниз. Вдох. На носочках поднялись. С правой стороны таз. Выдох. Подняли вверх. Вдох. С левой стороны таз. Выдох. Поднялись на носочках. Вдох. На пятках. Выдох. Перекатились через носочки. Круглая спина. Вдох. Перекатились назад. Выдох. Через носочки. Подбородок на грудную клетку. Вдох. Выдох. Левая нога вверх. Вдох. Колено вперед. Выдох. Заднюю ножку вытянули, прогнулись. Вдох. Опустились. Выдох. Расслабляемся. Вдох. Выдох. Выпрямляемся. Вдох. Заднюю ногу выпрямили, согнули правой рукой. Выдох. Достали за пальчики, потянули пятку к ягодице. Хорошо. Отпустили. Отшагнули. Вдох. Тянули живот после выдоха. Выдох. Тянули живот. Правая нога вверх. Да? Колено вперед. Выдох. Вдох. Прогнулись. Опустились. Выдох. Вдох. Расслабились, выдох. Приподнялись, согнули заднюю ножку, захватили левой рукой, вдох. Выдох. Вдох. Отпустили. Выдох. Хорошо, отшагнули, вдох. Выдох, тянули живот. Посмотрели вперед, шагнули двумя ногами, вдох. Повисли, локтевой захват, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Поменяли захват на противоположный, вдох. Позволяем вытянуться спинке, выдох. Подколенные впадины толкаем, если живот не отрывается. Если живот отрывается, то сильно ноги не упрямляем. Хорошо. Ладошки справа-слева. Пальчики ног на себя вверх. Вдох. На носочках встали. Выдох. На себя. Вдох. На носочках встали. Выдох. На себя. Вдох. На носочках выдох. С круглой спиной поднимаемся. Голова висит внизу. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Так. Руки через стороны вверх. И замочек толкнули вверх. Выдох. Угу. Ручки назад, голова вперед. Вдох. Выдох. На носочках встали. Вдох. Выдох. И еще голова вперед, руки назад. Вдох. Выдох. Попчик вниз. Вдох. Выдох. Хорошо. Стоим, чувствуем, что поменялось.
произошло ли пробуждение ноги ширина таза. И теперь нам нужно расслабиться. Скручиваемся вправо-влево. Руки как плети. Расслабление. Основной ресурс, который мы можем получить вот, достаточно быстро, это расслабив то, что поджимается, сжимается, становится плотным в результате жизнедеятельности, в результате мыслей, мыслеформы, состояний, эмоций, таких неконтролируемых состояний, то, что мы практикуем на випассане, в медитации, наблюдение, отслеживание того, что цепочки, отслеживание цепочки мысль, чувство, эмоция, тело. Вот примерно и обратное. Тело, эмоция, мысль. Остановились. Хорошо, теперь из таза начинаем вот такое движение. Руки вперед, назад. Раскачиваем, как две качели. Бросаем руки, бросаем. Поднялась, бросили, бросили, бросили. И теперь не думая, делаем полный оборот правой и левой рукой одновременно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. Другую сторону. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ага. Отпустили все. Хорошо. Выстраиваем позу. Тяжелый низ. Вес. Уходит в точки опоры, копчик вниз потянули, макушку вверх. Перевели вес тела на левую ногу. И начинаем перекачать правую. Покачиваем правую, вперед-назад. И так, вот так. Да? И руки левой рукой касаемся пальчика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9. Хорошо. Почувствовали правую и левую половинку, как поменялось. Теперь переводим вес на правую ножку. И левой начинаем покачивать. Чуть-чуть как бы удлиняемся правой ногой, чтобы не касаться пола. Да? И начинаем. Раз. Руками. 2, 3. Размахивать. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Хорошо. Ноги ширина таза. Опустились вниз. Пальчики в стороны ног. И теперь правой ногой. Круговой такой движение. Раз. Опустились. Левой. 2. Опустились. Раз. 2. Поза богини. Да? Раз. Спинка прямая. 2. Раз. 2. Раз. 2. Остановились. И теперь поудобнее встали. Круговые движения. В одну сторону. 1. 2. Вдох. Выдох. 3. В другую сторону. Вдох. Выдох. 2. 3.
чуть уже ножки ставим. И садимся в позу каркасаны. Поза ворона. Угу. Здесь нужно локтями раздвигать колени, а коленями втыкаться в локти. Включаем мышцы, сводящие мышцы бедер, да? И вот эти сводящие мышцы нам потребуются для того, чтобы бока за ними стоять. Ставим ладошки перед собой, поднимаем таз. Вот это касание остается. Ножки вместе. Коленочки раздвигаем. И коленями сжимаем плечи. И пробуем перейти в равновесную позицию. Я знаю, что не у всех получается. У кого получается, стоим. У кого не получается, пальчики внизу на ногах. И пробуем перейти. Хорошо. Садимся. Садимся с прямой спиной. Глубокий вдох. Вырастаем. Выдох. Стекаем вниз, точки опоры. Вдох. Вырастаем через макушку вверх. Выдох. Стекаем вниз, точки опоры. Еще раз глубокий вдох. Выдох. Хорошо, сейчас делаем цикл форсированного дыхания капалабхати. После этого задержка, полный вдох, задержка, полный выдох, задержка втягивания живота. Во время задержки на вдохе двигаем вот так плечами. Плечевая помпа. Прямая спинка, капалабхати. Один раз в секунду. Быстро не нужно. Один раз в секунду. Вдохнули. Перестали дышать, надули щеки, плечи вверх вниз. Да, вдох. Выдох со звуком ха, втянули живот. Втянули живот. Отпустили живот, сделали вдох, выдох, вдох, давайте с руками, выдох, вдох, выдох, вытягиваем ножки. Вернее, вытаскиваем их чуть-чуть вперед, переходим на копчик, беремся за пальчики, правую ножку вытянули, вдох, выдох, левую ножку вытянули, вдох, держим равновесие, выдох, обе ноги, вдох, выдох, отпустили ножки, вдох, держим, выдох, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Поясницу в пол.
Ноги чуть, ноги ниже над полом, лопатки тоже висят, дышим вдох. Выдох, большие пальцы вместе, растопырили пальчики, вдох, на руках, на ногах. Выдох, вдох, пятки в пол, руки, пальчики соединили, потянули вверх, вдох, голова вверх, руки вверх, вдох, выдох, вдох. Развели ножки в стороны, ладошки и опустили голову. Три глубоких вдоха и выдоха. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Все отпустили. Дыхание отпустили, наблюдаем. Понаблюдайте, что можно расслабить. Пройдитесь по телу от головы до кончиков пальцев, рук и ног. Вверх, вниз. Почувствуйте расслабление лица, глаз. Отпустите язык и нижнюю челюсть. Лоб. Почувствуйте, как лоб расправляется, лицо расправляется, разглаживается, кожа становится мягкой. Чем глубже мы заходим в расслабление любой части тела, ну, например, лица, кровоснабжение, там мы отпускаем зажимчики, кровоснабжение начинает, капиллярчики начинают пробивать все дальше, дальше, дальше по тканям и происходит такой омолаживающий эффект. Розовенькие щечки становятся. Улыбаемся мягенько всему этому. Вспоминаем про медитацию любящей доброты, то, что вначале делали. И мысленно произносим слова благодарности, любви себе, своим родителям, своим друзьям, там, родственникам, своему ближнему окружению, учителям, незнакомым, различным нейтральным людям, неприятным персонажам и всем чувствующим живым существам. Распространяем свою улыбку, свое дружественное отношение, включаем те отделы в головном мозге, которые у нас активируется, когда мы испытываем любовь, то есть проявление любви, любящей доброты к себе и ко всему окружению. Хорошо, можно потихонечку вставать через бок, ножки сгибаем. Вот, на сегодня я закончил. У нас практика будет сейчас каждый день. Каждый день мы что-то будем делать. Пожалуйста, подключайтесь, приглашайте друзей. Поднимите руку, кто в ресурсе. И до завтра. Подключайтесь завтра всем. Время пока оставляю такое. Вроде летний режим должен быть уже. Ну, такой весенний-летний. Ну, если пожелание есть по времени, по сдвижке, там раньше, ну, пожелание именно раньше, то обозначьте его, пожалуйста, в комментариях. Все, пока.